В ходе следствия по ранее возбужденному уголовному делу полицейские отследили теневой канал поставки в Москву особо ценных водных биологических ресурсов. На севере столицы обнаружен комбинат, где с нарушением санитарных правил незаконно производилась рыбная продукция. Ранее подобный цех был обнаружен в Московской области. Там перерабатывалась красная икра, а также несколько видов рыб, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. В ходе обысков изъято более 3 тонн красной икры, на которой частично отсутствовала соответствующая маркировка, более 10 килограммов черной икры и свыше 100 килограммов частей рыб семейства осетровых. По предварительным данным, рыбная продукция ввозилась в столицу с Дальнего Востока и была добыта браконьерским способом.